за кадром Евгений Бобров. Сейчас покажу тебе проставки на Ниву для установки японских дисков. Проставки эти со сверловки 539,7 с центром 98,1 без дополнительных полумиллиметров, которые обычно делаются, что исключает лишние зазоры и биение. С выходом на 514,3 с центром 73,1. Под конкретные диски. Толщина этих проставок 25 мм. На выходе шпильки. И в комплекте гайки. Специальные гайки для крепления проставок ступицам, которые не выступают над проставкой и не мешают установке сверху нового колеса. Проставки эти из легкого и прочного алюминиевого сплава D16T с гарантией на эксплуатацию 1 год и 100% гарантия на соблюдение всех размеров и отсутствие биений с возможностью возврата. Вот так это выглядит. Кстати, толщина проставок 25 мм, что гарантирует, что родные шпильки ступицы не помешают установке нового колеса. Шпилька ступицы не пройдет насквозь проставки и не будет мешать новому диску, потому что шпильки на ступицах Нивы от 20 до 25 мм, в зависимости от года выпуска. Вот такие проставки. Это был Евгений Бобров. Удачи тебе на дорогах.